Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua, и я Трэш. Но, очевидно, из будущего. Потому что сейчас я расскажу тебе об игре Deer Hunter 2014, что никак не может происходить в октябре 2013 года. Я прав, док? Боже мой! Нет, ну правда, почему 2014? Если бы они назвали ее Deer Hunter 2007, это была бы лучшая игра на Android, вышедшая до выхода самого Android. Ну ладно, кто из вас не знает про знаменитую серию Deer Hunter, поднимите руку. Если ты это сделал, тебе рано смотреть наш обзор. Серия этих симуляторов известна геймерам еще со времен дедушки Half-Life. В свежей части, вышедшей на Android, ты сможешь встретить не только одиночные миссии в небольших локациях, но и масштабные кооперативные вылазки на огромных территориях. Ну, если вас там штук 50 соберется на одного оленя, то он в принципе вряд ли убежит. Даже если у тебя никогда не было первого раза, я имею в виду первого оленя, в Deer Hunter этот раз будет самым запоминающимся. В игре замечательная графика, как для Android, разумеется. И увлекательнейший геймплей с эффектами slow motion, прямо как в Max Payne. Сюжета нет, но, как я понимаю, мы обычный охотник, который поклялся пополнить красную книгу всеми видами живности. Перемещаясь по лесам, пустыням и диким прериям, ты будешь отстреливать оленей, уток, кабанов, волков и многих других беззащитных животных на твоем пути. В одних заданиях необходимо за определенный промежуток времени завалить заданное количество целей. В других – выследить по-настоящему опасных хищников, которые сами порой могут надрать тебе зад. В игре представлено целое море орудий убийств. Дробовики, снайперские винтовки и даже автомат. Не хватает разве что бензопилы и пару-трое гранат. Все это к тому же можно улучшать, дополнять и модернизировать, чтобы ваш урон наносил еще и криты. Жаль разве что, что нет ультов и магических способностей. В общем, такой вот реалистичный симулятор охоты. Ах да, о реализме. Перемещаться по локации можно лишь боком, и то по определенной линии, как балерина на детской карусельке. Идиотское сравнение. Ну а в центре этого поля будет стоять жертва, ожидая, когда же вы соизволите пустить пулю ей в лоб. Кстати, если не попасть в голову хищнику, он превратится в опасного охотника и помчится на тебя. Но не стоит переживать. За некоторое время до нанесения удара активируется slow motion и появляется отображение жизненно важных органов животного, попадая по которым зверь замертво падает. Тебе дают пачку денег за особое насилие. Итог. Deer Hunter 2014 – это красивый, не напрягающий и жестокий тир из будущего. Я прав, док? Знаешь, что это значит для меня? Но до симулятора охоты ему, как Саше Грей, до глубокого каньона колка. На этом у меня все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До новых встреч!